И все масайли, которые касаются колдовства, разберем поподробнее. Дальше говорит имам аль-Барбахари, рахимахуллах, «Валиман биан Аллах табарака ва тааля хуа аллази каллама Муса ибн Имран йаум ат-Тур». Также мы веруем в то, что именно Всевышний Аллах разговаривал с пророком Мусой ибн Имран, когда тот был на горе Тур. «Ва Муса ясмау мин Аллах аль-калям». И Муса, алейхиссалям, слышал слова Всевышнего Аллаха бисаутин, голосом. То есть Всевышний обращался к нему голосом. «Вакаа фи масамиихи». И этот голос попал к нему в уши. То есть кому? В уши Муси, алейхиссалям. «Минху ля мин гайрихи». И Муса слышал именно слова Всевышнего Аллаха, а не кого-либо другого. «Фаман кала гайра хаза». Кто же скажет что-либо иное? «Факад кафара биллахи л'азим». Тот стал неверующим во Всевышнего Аллаха. И доводов на это много. Как, например, слова Всевышнего «Фалямма джаа Муса ли миқатина ва каллямаху роббуху». Когда Муса пришел к нам навстречу, заговорил с ним Всевышний Аллах, или заговорил с ним его Господь. Сразу понятно, что здесь не просто Муса разговаривал с Аллахом, а именно Аллах разговаривал с Муса, алейхиссалям. Или слова кого? Всевышнего «Ва каллям Аллаху Муса таклиман». И Всевышний Аллах разговаривал с Мусой разговором. У себя здесь запишите один важный момент. То, что муатазилиты и ашариты отвергают эти аяты, говоря, что в них пришел маджаз. Отвергают эти аяты, говоря, что здесь нужно понимать не в прямом смысле, а в каком? В переносном смысле. Так вот, из правил маджазиин, то есть тех, которые говорят о маджазе, в том числе муатазилитов, ашаритов и тому подобных, то, что если приходит такид, то есть подтверждение предложения, то маджаз невозможен, то поднимается возможность маджаза или исключается возможность маджаза. Это из правил кого? Тех, которые утверждают наличие маджаза в Коране или в арабском языке. Среди них муатазилиты и ашариты. Они говорят, если приходит подтверждение этого предложения, то маджаз невозможен. То есть смотри, если ты говоришь, внимательно посмотрите сюда, как пример. Если ты говоришь «джаа зайдун», «пришел зайд». Здесь они говорят «возможен маджаз». То есть возможно, что не сам зайд пришел, а его посланник пришел, что его войско пришло и тому подобное. А если ты скажешь «джаа зайдун», Маджиан, пришел Зейд приходом. Или Джаазейдун, Джаазейдун, пришел Зейд, пришел Зейд. Все, здесь говорят уже маджаз невозможен, так как пришло подтверждение этого предложения, в котором был возможен маджаз. Но раз пришло подтверждение, все, маджаз невозможен. Понятно или нет? Исходя из этого, брат, даже по их правилам муатазилитов и ашаритов, мы обязаны их что? Принудить к тому, что Зейд пришел. Такид, Всевышний сказал, «Вакальнам Аллаху Муса таклиман». Всевышний разговаривал с Мусой разговором. Все, здесь ты уже не можешь сказать, что Всевышний Аллах как-то по-другому разговаривал, или не Всевышний Аллах разговаривал, а кто-то другой разговаривал, и так далее. Понятно или нет? Здесь пришел такид, и по вашим же правилам вы должны сказать, что здесь маджаз невозможен в этом аяте. И нам, они говорят «Кальнам Аллаха». Тогда мы приведем другой аят «Фалям маджа Муса ли миқатина ва каллямаху роббуху». И разговаривал с ним его Господь. Здесь они уже не могут сказать, что здесь меняются харакаты. Понятно или нет? И изменение харакат в Коране является чем? Искажением тахриф, которое запрещено, что в этой религии. И у себя здесь последнее, что подпишите под этим пунктом, то, что слова имама аль-Барбахари, а кто не верует в то, что Всевышний разговаривал с пророком Мусой, тот стал неверующим. Тот стал неверующим. Здесь у себя подпишите, что обычно, кто это отвергает, из-за тауиля, то есть из-за чего? Из-за неправильного разъяснения, говорят, здесь не имеется в виду разговаривал, здесь имеется в виду другое и так далее. То есть они не отвергают этот аят и не говорят, этот аят ложь. Но они говорят, этот аят нужно по-другому понимать. Кто так говорит, тот не является неверующим, является кем? Нововведенцем. Так как он не делает рад у инкар, он не делает отвергание и отрицание. Он что делает? Тауиль, искажение или неправильное разъяснение. Такой человек не является нововведенцем, а является кем? Мубтадиан Баалям, является нововведенцем, заблудшим. Что же касается того, кто полностью отвергает это аяты, то этот человек кафир Миляшак. Тот неверующий без разногласий и без сомнений. Дальше говорит имам аль-Барбахари.